Ютуб, здорово! Сегодня будем смотреть сигаретки Казахстан Голд. Казахстанские сигареты. Вот. Я не знаю, правда, сколько. А, нет, тут есть цена. Стоит. Нету тут цены. Я не знаю, сколько они стоят, но я как понимаю, что эти сигареты такого низшего ценового диапазона. Скорее всего, в Казахстане. Для такой, для когда не хватает, но хочется курить. Вот. Покупайте сигареты. Это эти сигареты с моей распаковки и посылки, которые мне прислал подписчик из Казахстана. Вот. Вот так вот мы видим, выглядит сигаретки. Надпись Казахстан. Горы. Какой-то такой, как солнышко. Я не знаю, синее. И надпись тут. Кстати, вот эти вот всякие трупяки здесь называются, например, Азапты Олим. Вот. А тут он уже на русском языке. Мучительная смерть. Ну вот Казахстан Голд. Здесь тоже так же, как, ну это же СНГ, нету надписи по содержанию никак, на каких. Ну сколько она стоит, к сожалению, здесь не написано. Я думал, это надпись, а это тут такая расшифровка у них. А, изготовитель, организация, принимающая претензии потребителей, Филипп Моррис, Казахстан. Так вот, Филипп Моррис, вот видите, у них делают вот эти сигаретки. Для Казахстана, наверное, для местной, для местных. Вот так вот выглядит народ у нас сигареты. Надпись Казахстан, Gold, одно кольцо перфорации, набито нечасто, обычный фильтр, дешевый, который уже я могу, вот, видите, он отслаивается уже, блин, вот, видите, вот это вот сбоку, вот, вот тут вот, он отслаивается, и сейчас, скорее всего, при серединке курения уже все, этот фильтр не будет работать правильно. Давайте смотрим по набивке. По набивке они у нас набиты, как тут написано, Азапты Элим. Вот. Дым очень вонючий и густым, плотным его так добротным я не назову. Вот. И сразу с первой затяжки где такой угар я чувствую. Более угар. Народ, ну, это будет интересно, наверное, может кто-то заказывает из Казахстана. Вот казахстанская, кстати, акциза. Вот. Эти сигареты я не рекомендую. Это только если уже не до кур, нету денег, а нужно что-то покурить, но это ненадолго. Пару сигарет и все. Я даже мне нету толку дальше их курить, потому что это сено сеном. Ну, извините. Может кто-то курит эти сигареты, я вас этим обижу, но нужно говорить правду. Я вам говорю правду, не рекомендую эти сигареты, это очень плохое качество. Значит, на чем? На наш, ну это, например, лучше нашего феста, желтого, ой, синего и красного. Вот. Ну, наверное, они стоят дороже феста, мне так кажется, я не знаю сколько. Напишите, кто из Казахстана, сколько это стоит эта пачка сигарет. Вот. Но она дешевая будет. Так что нет, это угар для сигареты. Дым такой, вот, это, вот этим дымом у вас будут желтые пальцы от этих сигарет. У вас будут все шмотки вонять вот этой вот прокуренной, неприятным этим запахом. Вот именно вот этой вот, черт пойми, чего не табачного. Вот. Так что фу, я не могу, я не буду такие сигареты. Нужно, короче, себе делать студию. Потому что тут от таких сигарет, конечно, будет здесь угар. Ну, плохие сигареты. Ну, лучше нашего феста. А фест белорусский самая распространенная в Беларуси сигареты. Потому что народу наплевать то, что он курит. Ему лишь бы было дешево. И он мог свои легкие забить, блядь, вот этой вот никотиновой. Понимаете? Вот. Вот у нас и распространенный фест. Балдеец. Первое место по продажам. Ужас, сена. Ну все, всем спасибо и пока. Эти казахстанские сигареты мы не рекомендуем. В группу идем. Там с вами поговорить нужно. Я вас жду. Пока-пока.